Друзья, всем привет! Сегодня смотрим дом по проекту «Кирпичный стандарт 140». На сегодняшний момент это, наверное, самый популярный проект, так скажем, в дорогом сегменте. Сегодня сразу же начну с цены. Стоимость дома 9 300 000 рублей, без учета земельного участка и без учета пристроенного гаража, который конкретно в этом проекте есть. Пойдем покажу. Итак, внешне наш дом выглядит вот так. На фасаде у нас кирпич магма-графит. Естественно, гибкая черепица шингала серого цвета. Как я и сказал, имеется пристроенный гараж, имеется терраса. Терраса уже идет в базе в этом проекте. Здесь заказчик дозаказал серую ламинацию окон и дозаказал металлическую входную дверь. В стандарте она идет пластиковая, что тоже очень неплохо. Но и тут достаточно нестандартное решение. Решили оставить белый подшив и белую водосточку. Обычно все делают в один цвет с окнами. Но на вкус и цвет, как говорится, выглядит очень неплохо. Еще на окнах есть шпросы. Дальше покажу. Итак, друзья, заходим внутрь. Как я и сказал, пластиковая входная группа. Заказчик решил заменить на металлическую. Первым делом мы попадаем в огромнейший холл. Он тут, ну, действительно большой. В моем доме спальня такого размера, честно говоря. Из холла мы сразу же можем попасть в пристроенный гараж. Гараж у нас на одно машиноместо. И помимо этого в гараж вынесены бойлерные, что является абсолютно верным решением, если у вас пристроенный гараж. Это очень удобно. Здесь будет располагаться все инженерное оборудование. Также имеется окно по нормам и имеется еще один выход на задний двор. Гараж, естественно, с автоматическими воротами Алютех. Ну что, двигаемся дальше. Из тамбура мы попадаем в холл первого этажа. Здесь у нас слева располагается просторный санузел. Справа лестница на второй этаж с огромным подлестничным пространством, очень удобно. Вы его точно будете задействовать, поверьте мне. Имеется спальня на первом этаже, очень комфортных размеров. На планировке посмотрим, но, по-моему, здесь не меньше 15 квадратов. Большая спальня с большим окном, гостевая, либо родительская, либо вообще кабинет здесь можно сделать. В общем, решение классное в любом случае. Ну и наша кухня-гостиная с выходом на террасу. Терраса, я напоминаю, входит в стоимость этого дома. Она идет в базе единым ростверком с основным домом. Она под кровлей. Сейчас покажу. Витражное окно в зоне гостиной. Ну и, соответственно, там будет располагаться кухонная зона. Ну и давайте выйдем на террасу. Кстати, вот шпросы на окнах. Эти штуки называются шпросы. Выходим на террасу. Она здесь достаточно компактная. Но столик, гриль, если нужно, здесь спокойно поместится. Очень уютное место под кровлей. И главное, сразу уже сидит в стоимости дома. Не надо ее строить дополнительно. Очень удобно. Поднимаемся на второй этаж. Огромное витражное окно, как мы любим, на лестничном пролете красивейшее. Из окна виден кирпичный стандарт 207 в баварской кладке. Никогда его еще не показывал. Покажу скоро. Холл второго этажа. Итак, на втором этаже у нас 3 спальни и 2 санузла. Чердачная лестница Факра находится здесь. Первый санузел. Спальня номер 1, она самая маленькая по площади, с нишей под шкаф, с окном практически во всю стену. Ну, тоже комфортной площади, здесь тоже не меньше 15 квадратов. Вторая спальня уже гораздо больше, с витражным окном, точнее не с витражным окном, это называется французский балкончик. Он открывается, закрыто. Выходить в него не рекомендуется. Но для этого здесь установлены вот такие вот кованые ограждения. И третья спальня. Это спальня хозяйская. Самая большая, самая комфортная. Тоже с французским балкончиком. И вот тут такое интересное решение.
Может быть, вы его уже видели. Здесь у нас находится проходная гардеробная. Вот она здесь будет располагаться. И из гардеробной мы попадаем в собственный санузел. Предполагаю, что здесь будет душевая кабина. Здесь туалет. В мастер-спальне, в хозяйской, это классное решение. Говорю наверняка. Ну, друзья, и, собственно, вот так вот дом у нас выглядит в задней части. Со стороны террасы и со стороны гаража. Вот там находится выход из гаража. Друзья, на этом мой обзор закончен. Доступ к этому дому есть у отдела продаж. Этот дом, понятное дело, продан, но его пока что можно посмотреть. И как удачно, что впереди выходные, а это лучшее время, чтобы приехать к нам на экскурсию. Дальше я выложу планировку. Всем хороших выходных. Пока.